Прым-па-па-пум, друзья, с вами хакер Антон Кратос. Сдох. Люфи и молодой Кирилл, который... О, смотри, трусы синие. Это прятки с маньяком. С маньяком в КС. У нас Пеннивайз раскачался, смотрите, на боликах сидит. Мы начинаем. Привет, блин. Надеюсь, тебе понравится, друг, и ты послушай. Погнали. Всем здорово. Итак, друзья, как обычно, форс дроп, открываем какой-нибудь кейсик. Давайте посмотрим, что здесь можно открыть, собственно. Ну вот, например, есть старый добрый кейс операции Браво. Давайте попробуем отсюда что-нибудь выбить. Один кейсик откроем. Здесь есть ножи, здесь есть классные пушки. Итак, выпадет ли нам что-нибудь отсюда? Ну или хотя бы окупится? Ух ты, блин, нож чуть-чуть не выпал. Ну, зирка за 519 рублей, кстати, мы окупились. А вы, ребятки, можете при пополнении баланса использовать мой фирменный промокод Микса и получить 25% бонуса. Ссылка на сайт и промокод будет в описании под этим видосом, так что заходите, используйте. Ну, а мы продолжаем. Пацаны, нам нужно скрыться от клоуна, но не понимается, а просто обычно. Давайте. Вот, а просто от клоуна ютубера. Ого. Ого. Ребята, что за звуки страшные? Так когда ты эти звуки сдаешь, мудила. Слушайте, а подойдите на улице, там есть такое место. Слушайте, тут может еще ребят, а он уже выходит. 3, 2, 1. Короче, еще я первый, пацан, до свидания. Окей-доки. Так, только давайте. Здесь не просто выйти, я бы сказал. А где он появляется, кстати? На улице? А, он где-то на улице появляется. А, я не понимаю. Но же клоун, типа Пеннивайз, но не Пеннивайз, короче. Да. А чё вот это? Чё он там мутит? Не? Чё, вы спрятались? Да. Заходи к нам в домишко. Я вас слышу. Ты что делаешь? Иду. О май гад. Так. Откуда он появился? Выйди из дома! Замолчи свой рот, Миша, мать твою! Выйди из дома! Иди ко мне, маленький! Чё? Вот! Чё, блядь, чё ты делаешь, дебил? Чё случилось? Да, я что-то тоже не понял. Вышел! Меня телепортировало! Меня тоже. Меня тоже! Чё это было? Так, а вы где, мои миленькие? Я не понял ни хрена. Да, Миша, ты как сюда попал? А, у тебя все, тебя ёхнули? Да! А где? Подсказочку. Люфи, а ты где ходишь? Люфи, привет, Люфи, да. Смотри, заходи туда, да. Зашел. А ты где? А я угадай. Он рядом. А это и есть то самое подземелье? Нет. Еман, у меня тут дырочка немножко. Господи Иисусе! Что тут делаешь? Привет, я это случайно попал. Почему ты именно здесь появился? Не знаю. Интересно. Он не заметил. Мне кажется, он меня обманул. Мы здесь внизу летаем, короче. Да. Кирилл, смотри, вернись обратно. Летаем, обитаем. Вернись обратно. О, это та самая канализация из Оно. Это меня только сейчас доперло. Красава. Подожди, Миша, а ты проверял, куда ведет? Да. Нет, не проверял. Вот, Кирилл, они где-то здесь. Верни налево. Проверь. Ты пробегал мимо на... О, привет. О, блядь. Ну, я проверил. Я проверил. Вот, здесь, Кирилл. Да, мы тут. Оп, Кирилл, иди к колодцу. А, неплохо все, да? К какому колодцу? Ну, вот где ты падал туда, в колодец. Ой. Да? Да. Я не в ту сторону бегу, что ли? Подойди к колодцу. Направо. Да ё-моё, я запутался уже здесь. Налево. Туда иди, да, туда. Направо. Вот налево. Бать, Миша. Блять, Миша, ты что? Я охерел. Ого. Так, нет, это я отсюда пришел. Иди к колодцу, куда ты упал. Ну такой, Люфи далеко. Ой, бля. Стоять. Экзит. Так. Здравствуйте! Привет! Я не поверил ему. Не поверил? Бежим! Да. Ты, бля, серьезно? Вы где? Я думал, она больше не появится. Вы опять внизу, что ли? Да. Мы летаем здесь внизу. Наверху, точнее.
Вы меня достали, вы где? Ребята, я так не играю. Вы должны вообще-то меня зачмырить. А вы... Я на втором этаже. Привет. Привет. Ага. Кому-то хана? А... О, да а почему я упал? Стой! Что за приколы? Это не у меня, кстати, это не у меня. Кто за лаги? Ну, так, да. У меня тоже подлагнуло, я из окна сразу... Так. Второй этаж. Второй этаж. Ладно, иду я здесь. Ой, блин! Так. Миша, мать твою, Миша, мать твою. А в чем? Ты же Миша. Как-то... Ты же как-то делал это, Антон. Я да. Ну, скажи мне как. Я не знаю. Прыгни. А мне кажется, где? Не в этом дело. Правее. Не-не-не-не-не-не-не. Тут только... Ну вот, да. Чё? Там только правее. Вот в эту стенку слева, только правее. Вот в эту? Да-да-да. И подпрыгнуть надо. Миша, я думал, он мне говорит. Лапать видно. Нет, Миша, не работает! Работает! Она как-то чуть-чуть смещена, блин. Или я не пролазил в дырку. 10 секунд. Не понял. 5 секунд. Ты на стол просто встал, да. Не-не-не, там на Е ничего не открывается. Е-е-е! Вот оно как. А ты где дальше? А где ты дальше? Алло! Телепортировался. Ну что, пусечки, лапочки мои. Доброе утро, девочки. Да, девочки, доброе утро. Доброе утро, спасибо. Миш, я тебе их принесу. Ой, я тебе их принесу. Миш, я тебе их принесу в рабство. Жертву. Жертву прошел. Да, я спрятался. Пацаны, идите за мной, идите за мной. Давай. Я спрятался. Ох, какая музыка, вы готовы? Да. О, ну у меня для тебя тут есть... Плохие новости. Да, я знаю, какие, только ты молчи. Ну да, я понял. А. Что? Какие новости? Юман, я в первый раз в этом месте. Что это за место? Что-то на самом деле такое. Ну да. Где вы, пацан? А, то есть ты меня сюда привел и ушел, да? Сука. А ты чё? Сука, отвали. Я тпшнулся, отвали. А нахрена ты тпшнулся-то? Отвали от меня! Нычку да отвали от меня! Вон сзади, смотри, вон сзади, смотри, где, где, где? Вон он впереди! Вон, не вижу никого! Да, да. Где ты кого увидел, Антон? Отстань! Пожалуйста! Ёб твою мать, я ненавижу вас! Я просто вас ненавижу с этим телепортом! Антоха, подожди, подожди! Подожди! Я же Кирилл сказал, где? Сука! Минус танцевал. Кто следующий? Меня убили, я расстроился. Добаный, понимаете. Кирилл, все хорошо? Кирилл? Я просто кушал. Подпрыгни! Кирилл, куда ты подпрыгнул? Ты дурак? Что? Да, успокойся. Да, не понял? Не понял? Вы про чай не понял? Не понял? Прикола сейчас. Можешь ко мне, в принципе. Вот. Я понял! Люфи, можешь. Антон, ты первый урод, да Люфи второй. Чего я первый? Я не урод. Давай. Вот так. До свидания. Это... Что? Как это происходит? Так, все, повторяем судьбу Антона. Мне показалось? Мне показалось. Я в канализации. Уверен? Да-да-да, можешь идти ко мне. Значит, ты меня троллить решил. Так, а где канализация? Я что-то подзабыл. Ты мне там подсказку оставил, да? Сейчас приду. Да-да, ставил тут. Не пролезаю в эти трубы. Иду. О, здорово. Здорово. Тут где-то прыгать надо. Да, именно там. Нет, не тут. Ты что, не видишь его, что ли? Вижу, но там же ловушка.
Нет? Серьезно, не ловушка? Антон, вот так он тебя троллил просто. Так, тихо, подожди, да? Я успею добежать? Он телепортировался? Да, успел. Миш, я в канализации. Серьезно? Пиздос. Антон, вот та же судьба была и у тебя. Троллер несчастный, блин. Да чтоб тебя! Люфи тролль 2019. 2000. Миша, ну в канализацию. Я поняв, я поняв. А, ты опять тут, да? Да. Ты бессмертный, Люфи. До свидания. Просто... До свидания! Ты что, охренел? До свидания! Откуда ты это знаешь? Откуда ты это знаешь? У Люфи аж это мандраж, блядь, случился. Иди сюда! Иди сюда, девочка! Да ты заебал, блядь, по той же схеме! Вот и все! Ебой! Кого ты хотел? Я тебе не Антон три раза на одно и то же попадаться. Слышь ты! Ну шо? Погнали, ёпта! Молодые! Что сказать? Молодые нам, погнали прятаться. Где вы, где я, ну? Стой, дядь Миш, а ты знаешь, как попасть вот сюда? Нет. Вот здесь да. Что-то явно вот есть. Вот туда, вот знаешь, как попасть? Меня откидывает. Куда попасть? Миш! Ладно, все, я покажу через... Вот сюда знаешь, как попасть? Туда точно можно? Да, туда можно попасть, там кое-кто был. Телепорта нет. Все, ну я вышел, на ребятушки. А, я вышел. Ну, я вышел, я маньяк. Ну сейчас, подожди. Да тут нет ничего, я тут был уже. Вам сейчас жопа будет, ребятушки. Вообще у меня проблема, блядь. Сука. О, понятно. Дурак. Отпусти. Отпусти. Ага. Никто, я просто не успел. Нет, ну пожалуйста, я тебя не трогаю. Сейчас. Вот ты мне оставил 12. Подожди, 12. А теперь? А теперь? Блин, какая классная у меня нычка. А теперь, Кирилл? У меня еще лучше нычка. Я понял, принял. Да что ты понял, принял? Кирилл. Я маньяк, я никому не... Нет, у меня нет претензий, ты маньяк. Да? Нет, он... Я уже на второй. А зачем ему на второй? Яка-муха! Просто беги на второй, ты все поймешь. Можешь на минус первый забежать. Твою мать. Я на втором, и тут никого нету. Ты врешь. А беги к колодцу, беги к колодцу. Беги к колодцу, просто. Дядь Миша, он разводит, не ведись. Падла, почему тебя здесь нет? А так можно было? Да. Антон, беги. А можно хоть кто-то выйдет? А колодцу? Ладно, хорошо, пойду к колодцу. Давай. Ну вот я пришел, и чё? Тебя тут нет. А вот теперь ты тут. Блять! Классная нычка была. Люфи, ты хотел умереть там же, где и в прошлом раунде? Ну чуть не умер. Вот и нет. Тебе не пора свалить, Люфи? Пора, а, да. Это было жестко. Это было очень жестко. Ой, Люфи, ты зря сюда бежишь. Чё? Чё? А, ой. Привет. Стой, подожди, ну стой. Ой, ну стой. Антон не прощает, нет, это не про него. Меня не щадили, я не подсижу, понял? Я же сказал, Люфи, зря бежишь сюда. Понял уже. Тут. Ай, блин, за себя заслепил. Миша, иди сюда, мой пупсик. Заслепил? А ты, Миш, ты где? Спишь? В подвале. В телепорте или в подвале? В канализации. Прям вот в канализации? Да. Прям не больше, не меньше, да? Меньше, может быть. Ах ты, сука! Издюк.
Так. Блин, Миша, зачем ты мне напомнил эту песню? А вход через подвал? Нет. А откуда? А ты уже знаешь. Сука, мудила. Что, погнали по второму кругу? Я забыл опять, как туда попасть. Да. Туда быстрее. Миш, ты где? Я в канализации. Серьезно? Вот тебе доказательства. Вот ты звук слышал только что. А я не знаю, как в тунычку попасть. О, Миша. Мудила. Че такое? Он точно в канализации? Да, он только что был в этой нычке, которая, вот, смотри, на прицел чуть-чуть на 30 градусов влево. Чего? Влево! Да, там. А, ты мне? Да. Вот он только что был то, что левее. Антон, я жду тебя в каналюге. Кирилл, мать твою! Не пугай, ты не в каналюге, брыхло! В каналюге, отвечаю, шлёп-шлёп, купи-купи. Серьёзно? Да. Прям шлёп-шлёп, купи-купи? 50 секунд, кошмар. Шлёп-шлёп, купи-купи. Я тебя пока не вижу тут. Он всё равно не успеет, мне кажется. Но говорят, ты был в нычке в этой самой, через ты дверь. Ты не брешешь, которая... Миша. Я! Антон! Да ты шо? О, здорово, Антон, теперь я тебя вижу. Привет. Бля, Антон, назад. Антон, назад, да. Антон, назад. Слушай, граффити, Антон. Чё? Антон, назад. Так назад вернись, где тебя испугала баба. Да, он справа в стенке. Ты мне сказал назад, я... Блядь. А, я тут не поднимусь, да? Да. Так я тебе говорил назад, когда ты бежишь на выход. Бежал. Сука, я хочу вылезти. Тут не подняться. А Миша в доме. Ебой. Тапок ты, Миша, понял?